и вопрос. А заниматься одним ханаха, призывать бир, ханаха служить дейт и удона. И на следующий раз, он официально киртлу этот закон для Чеченской республики не действует. Это удона, вот сегодня в системе удона, призывать еще молодежь, удона, завтра они не смогут удона работать. Ее проблема, удона, до сих пор есть удона. Какие-то люди удона препятствуют удона. Для того, чтобы мы призвали наших подрастающих поколений, наших молодых ребят, то они ошибаются. Мы граждане России, наш народ еще в 2003 году определился на референдуме. Мы объявили все вместе и заявили, что мы хотим жить в составе Российской Федерации. Для нас не должны быть никакие ограничения ни по призыву, ни по других обстоятельствам. Мы должны защищать интересы нашего государства, мы должны служить, мы должны защищать родину. Поэтому Вайдона, Верхану Дона, Амад Магомедович Дона, Вайдон, первый Дона, вот то, что задача, чтобы он занимался этим вопросом. Он Хайдар Вухакун Дасмон, Дакаха Дона, даже министр обороны Цидона, Хайдар Дауни Дона, Дикат Нашен Шухакун Дасмон, Синдель Дона, Хабуал Дабир Кибуэля, Дакар Вайдон Уештал Махан Уештал Дона, Коч Даун, да, Ницбуэль, Дакар администрации, правительства, СУ, Шавельги Дона, он мелч вопрос, она услышит Дон, конечно, по всем вопросам Дон, он хотел такое взаимодействие, взаимопонимание, его любой кабинет хожу, отсюда Дона, о, любой дедишник, Шавельги Дона. После официального представления нового военного комиссара Рамзан Кадыров посетил тренировку бойцовского клуба «Грозный», который расположен на территории республиканского военкомата. Тренировки здесь начались в 2008 году. За это время клуб воспитал чемпионов России, Европы и мира по тайскому боксу и смешанным единоборствам. А юные спортсмены, карьера которых еще впереди, показали главе республики свое мастерство. Глава республики пожелал ребятам удачи и больших побед. В свою очередь, молодые спортсмены, воспользовавшись редким случаем, сфотографировались с главой региона. Ихита Чебогаева, Хамзат Аюбов, Мусим Типаев. Новости.